Так, всем доброе утро, как говорится. Что я вчера купил? Ну, получше выглядит она в дневном свете. Потому что вчера такая пасмурность была, сумерки, что я вообще не мог ничего понять, разглядеть. Дверь открывается только с этой стороны. С той она не открывается. В комплекте одна резина вообще целехонькая, новая. И остальные все лысые напрочь просто. Слики, блин. Реально как слик. Плюс дисуль. Это L193S. Это L194. Он варился и он треснул по сварке. Ковка легкая. Вот раз сварка. Грузик на 20 грамм. Два сварка. Это первый диск. Так, слик. Так, ну тут хотя бы трещин варки я не вижу. Тут целый он. Короче, сейчас снимаю задние колеса и буду продавать комплект дисков этих L194. А назад поставлю 13-е штампы. 13-е штампы назад влезут, потому что тут диски тормозные 13-е стоят. Есть чем заниматься теперь нам, да, пацаны? Проектик. Крыша. Ой, крыша понятна. Двери тоже. Тут шпакли. Пол в шумке тут. Вот, видно. Вибри, потом шумка. Короче, пол нормально прокатан. Я надеюсь, качественно. Вот. Машина красилась, снова ее все перекрашивать. Короче, таз это постоянное вложение. Алло. Где тут подсос, чувак? Справа под рулем. Сейчас Валера приедет, заведем двенашку с толкача и поеду менять стартер. Как можно заработать, не выходя из дома? В самое трудное время некоторые становятся беднее, а кто-то в сотни раз богаче. Самый простой способ – инвестиции. Но как быть, если ты ничего не знаешь в этой сфере, но хочешь заработать? Инвестиционная площадка Avalon как раз для тебя. Их работа налажена, как швейцарские часы. Нужно тратить большие суммы на проекты, и Avalon мне в этом помогает. Одна из самых важных шестеренок в их механизме – инвесторы. Поэтому Avalon регулярно выплачивает прибыль уже более 5 лет, позволяя создать пассивный и постоянный доход любому желающему. Начать зарабатывать очень просто. Пройти регистрацию по ссылке в описании, внести депозит от 100 рублей и получать прибыль 1,3% в сутки от вложенной вами суммы. Регистрируйся по ссылке в описании и начни жить еще лучше вместе с Avalon. Ваня Шапкин вернулся, похолодало, сегодня было 0 градусов утром. Сейчас уже плюс 6, нормально, но это все равно. Реле не рабочее, но, кстати, сегодня утром она завелась самостоятельно. Сейчас стартер поменяем в сборе, и будет у меня спускаться все. Это просто прикол какой-то, ребят. В предыдущей серии мы ее втроем с толкача не могли завести, только с троса заводили, с ключа она не запускалась никак. Сейчас же, смотрите. Споточка. Просто что за неполадки? Бред какой-то. Сегодня завелась. Вчера никак не могли. Смотри, там подшипнички, вся хуйня, короче, когда разъебывается. И он бывает заводится, бывает клинит. Ну что, будем менять? Ну конечно, а что, оставляй все лучше. Ой, ахер. Опять клинило. Ну, короче, окей. Это стартер, да? Ну все, сейчас поменяем стартер, ребят. Ну что, поздравляйте его. Спасибо. Ну, смотри, лохматье уже пошло. О, бля. Пизданет, Вань. Еба. Надо до дома как доехать. А где у тебя вот эта пара? Они что с ними? Они здесь. Колеса. Они вам нормально? Тут есть, да, вот три покрышки. Одна вообще новая. Вот. Вон же на монтаж. Сход-развал не сделан. Валера ездил 2 месяца без сход-развала и просто резине уже корт полез. До этого Валера дня 3 вообще никак, ничего. Я думал релюху поменять, но Саня мне говорит, у него стартер есть в сборе, поэтому сейчас просто стартер махнем и все будет работать. Старый добрый 124. 124, а верхушка 126. Валит вообще нереально. У них вот эти вот все начинают уже болтаться, и он клина ловит. 12 вольт. 21.10. ГЗАТ, короче. ГЗАТ. Да. Ну, оригинальный стартер, ребят, сейчас кинем. Благо у Сани оказался ненужный. Да, шумка топ. На той двенахе тоже пол весь вот в такой шумке. Комфорт мат. Вибра и шумка.
он, стартер сняли, он тут немножко сгорел. Вкусно пахнет, понюхай. Кайфани. Да. Да, кайф. И никаких шашлыков не надо, нюхайте сгоревший стартер. Я у себя на 13 зимой, в декабре тогда, у меня тоже щелкало, реле сдохло. Поехал в магаз в Биби. Ее не стал глушить, потому что я не уеду обратно. Просто ее оставил заведенный, ключ вытащил, у меня сигнал к автозапускам. Она заведенная стояла. Я так бесился в очереди, то что там у меня машина открытая, заведенная. Ну, ключей там нет, конечно, но все равно. Если поедешь, она сразу заглохнет, руль заблокирует. А стартер 3 рубля стоит, ребят, новый. Так, ребят. Да. Ничего не работает. А у тебя сигнал нету? Нет. Может закусывать из-за того, что там венец уебан. Ага. А этот, смотрю, блядь, сюда питание приходит, а он не прощает. Короче, ребят, походу венцу хана, а не самому стартеру. Вот зажигание. Он сейчас это в замкнутом положении, блядь. Если ее чуть-чуть прокатить, как бы, чтобы венец провернулся. Оказывается, не в стартере дело, но в стартере тоже. Стартер мы поменяли, поставили рабочий. Нифига не функционирует. Санирует ничего, закусило, оказывается, венец. Вот это поворот. Вот это дело ворот. Мужики, а что так ровно, нахуй? Это разгон, блядь. Как Бугатти Чирон. Все, спасибо, я тогда поеду это. И это, сцепление, когда так наводит, сцепление вот так вот бросай. Ага. То есть выжимай, а такими рывками. Когда ты тупо бросаешь, она, блядь, ну, не падает. А так она рывком, как бы, рук двигатель, потом раз, еще раз кидаешь. Тогда я сейчас поеду шину поменяю. Завтра поеду смотреть, что там, маховик, непонятно что, короче. Это вообще не дела. Едем в шинку. Так, все, ребят, пришли запчасти, ставим турбо. Сейчас едем забирать их на субарике. Задний бампер, катафот на крышку багажника и задние фонари в сборе. Оригинал Освар. Бегу забирать запчасти. Прикол в том, то, что бампер заказывал еще вот эти детали для Валеры. А сейчас это уже моя машина и, соответственно, заказал себе в цвет. Бампер пришел и фонари. Да, сейчас бы на Subaru возить бампера, но просто жига сегодня не завелась, бензин там закончился, поэтому немного колхожусь. Ладно, пойду отнесу и вернусь. На Time Turbo есть запчасти из разных категорий. Это может быть как тюнинг салона, так и внешний тюнинг, либо вообще стандартные запчасти ВАЗ, автомобильная электроника, аксессуары для автомобиля, багажные системы, кофры и так далее. Ассортимент на Time Turbo очень часто пополняется и приходят всякие новые ништяки, новые запчасти добавляются на их сайт. Также сейчас у Time Turbo в их группе ВКонтакте проводится розыгрыш на 25 мест. Без каких-либо репостов, просто поставить лайк на эту запись и подписаться на их группу ВКонтакте. Также написать в комментарии модель своего авто и какой хотите приз. Итоги розыгрыша будут 30 апреля в 16:00 по Москве. Так что ссылочку на сайт Time Turbo, на их группу ВКонтакте, где сейчас проводится розыгрыш призов на 25 мест, плюс промокод на скидку 7% от меня, я оставлю в описании под этим видео. Пользуйтесь, заказывайте ништяки со скидкой по промокоду Мандарин. Причем промокод действует на весь ассортимент. Одинаково. Вот это на добивку кинем. Это еще походит. Ну как походит? Ну да, это получше. Хотя хозяйщик. Здравствуйте. Работаете?
Мне перебортировать одно колесо нужно. Да, корт уже вылез, блин. Я подумал, нахер дальше ехать. Но меня по трассе испугался, как ты дальше ехал. Последний. Это вот только сегодня по МКАДу ехал, и все. Корт вылез. Тормоза 15-е стоят. ТРВ-колодочки. Треугольные рычаги. Красота, блин. Конечно, по кузову машинка устала. Ну, а так нормально. Тут уже латку варивали, смотрите. Как у меня на 11 также. Сзади нормально стоит липучка зимняя. Ее я себе оставлю, наверное. Будни с 12-кой началось. Маховик менять, крышку багажника поменяем. Это на металл, наверное, вообще. Тут не так сильно стирается. Вот такой вот развал был у машины. Точнее, его не было, как вы видите, после замены шаровой. Вот так вот Валера гонял. Километров еще 10-20, все, она бы лопнула. Осталось у меня два колеса, одно лысое, одно новое. И одно полностью лысое. Одно прям вообще навехонькое. Без пробега почти. И два диска. Едем на заправку, поскольку снова вот такая вот картина. На горячей лампочке лучше не ездить. Сейчас нормально заправимся. Литров 10. По-мажорному для школьников на 500 рублей заправляться — это по-мажорному. Но мы это уже не школьники. Но просто я редко езжу на 12-ке, и сюда сыпать огромное количество денег не вижу смысла. 95-й нам. 95-й. Что это делать? Блин, реально, ребят, смотрите, льется. Реально льется. Ладно, все, хорош, херней страдает. Едем домой. А, ага. Зачем я заглушил-то ее, блин? Ай, как всегда, блин. Надоел уже ее толк. Да капец. Я заглушился нечаянно. Ух. Спасибо, Саня, большое. А, кстати, переобулся. Да? Да, только они, твари, взяли дорого, что-то 600 рублей за одно колесо. Я говорю, 400 вроде цена. Они говорят, ну езжай там, где 400. Я говорю, ну, у меня корт. Ты здесь? Да, поэтому вы вводите положение. Говорят, ну, нам похуй. Я говорю, ладно, давай 600. Ладно, все, давай. До завтра, не давай. Не глуши, блядь. Все, пока. Вот, ребята, эта шинка на космонавта Волкова 26. Никогда сюда не приезжайте. Вот, кто меня смотрит, кто меня знает, кто видит это видео. Вот эта шинка перед заправкой улицы Космонавта Волкова 26. 600 рублей за одно колесо 16 радиуса, ребят. Это цена за 18-19 радиус такая. А за 16 радиус цена 450 максимум. Но никак не 600. Ну ладно, у каждого свои правила. Но я уверен, что они меня обманули, поскольку я у них когда спросил, есть ли цены, они сказали, нет цен. Ну нет, так нет. Получайте хороший отзыв, в кавычках. Регистрируйся по ссылке в описании и начни жить еще лучше вместе с Avalon. Как всегда, все через одно место. Хотел выпустить видос еще 4 дня назад, как вы поняли. У меня каждые 2 дня выходили видео на протяжении целой недели. Я хотел продолжать эту традицию как можно дольше. Но не выпустил видос, потому что 4 дня стояла машина в сервисе, ее так и не сделали. Я не знаю, что там, либо с замком зажигания что-то, либо с стартером. Но стартер мы поменяли на рабочий. Делали в маховике, но точно не в стартере. Замок зажигания, контакты на замок зажигания идут, все работает. Надо найти сервис, который будет готов решать проблемы за один день, а не за неделю и так далее, как вот происходит с 11-й. Ее можно было за 2 месяца сделать. 4,5 месяца она уже стоит на переварке, до сих пор не переварилась. Поверьте, у меня бомбит не меньше, чем у вас. Это просто, ну, ужасно неправильно. Так задерживать сроки. Мне просто это очень неприятно. Я не могу видосы пилить из-за этого. Меньше намного серий выходит. Статистика канала падает. Надо искать, в общем, сервис, который будет готов помочь мне строить проекты в сроки отведенные. Пишите вообще, что, возможно, случилось с 12-й.
почему она не спускается. Мне кажется, что Валера по лужам вот как сумасшедший ездил и там что-то залило проводку. Потому что со стартером все нормально. Замок зажигания тоже не должен моросить. Ладно, ребят, всем до скорой встречи. Подписывайтесь на мой инстаграм. Спасибо, что поддерживаете. Буду ждать ваши лайки и подписки. Всем пока.